Здрасте, меня зовут Серж Маркович, это программа «От вашего шефа», и у нас сегодня лосик. Готовим лосика с фасолем и луком. Погода слишком хороша. Вот перед тобой, бей. Все убил. В шею прям попадание. А? Прям в грудь, в шею попадание. Вот это тут у нас есть замечательный кусок лосика от спины. Так что спина, она не бегала по лесу, она меньше жестка, все равно почистите все это, значит, эти жилы, а не нужны. Мясо, значит, не будет жестко, а будет мягко, как положено. То же самое с этой стороны. Так. Во. Почистим. Дика я говядина, господа. Дику говядину режем. Так. Поперек спину. Во. Во. И во. Это будет достаточно. Берем молоток. Избьем. Как и любая нам домашняя говядина, когда будем это жарили, она потом вернется в свой размер. Так. Как мы ее хорошо избили, сделаем парочку этих таких зарезов, потому что здесь есть эти мелкие белые жилы. Во. Берем, значит, дижонскую горчицу. Все добавим. Смажем. Так, очень будет интересно. Паприки немного добавить. А да свой специфический аромат, закровить запах дичи, обязательно соль. Перец накрутим эту дичь, господа, надо нам закрывать запах дичи, как обычно. Крупный мелкий и ставим кусок мяса один на другой. Пускаем, чтобы мясо пропиталось и какое то время. А мы заберем лук. Порежем его. Так. Можно так. Сковородку на горячую плиту. Масло и лук. Так, уважаемые друзья, у меня есть замечательная штука, называется имбирь. Это все чуть-чуть
Pa čistim. Tako. Конечно, это можно резать. Можно просто забрать терку. И, короче, сок, который нас интересует, аромат, немножко его острота. Это будет достаточно. Смешаем наш лук. Он уже отдает аромат. Накладываем наше мясо. Порезали точно сколько надо. Оставляем это все, чтобы се тушило потихонка. Где-то минута 15-20. Забираем немного имбира, добавим сверху. Чтобы дали немного остроты этого сока. Все это смешиваем. Добавим немного хереса. Просто аромат, чтобы получился. Заберем немножко красного фасоля. Так. Добавим белого фасоля. Фасоль, значит, ребят, сваренный. Всегда сварите изначально, потому что фасоль где-то должны варить первого вечером, замочите, а потом его надо варить в зависимости от того, какого он сорта, где-то 2 часа, 1,5, иногда и больше. Добавим немного брокколи, чтобы напарились. Немного перца. Блюдо нам становится красивым. Тут у нас зеленый брокколи, красный перец, фасоль там томно красный. Так. Немного желтого. Дала красоты, ничего без красоты. У нас есть замечательный французский коньяк. У ваше здоровье. Заливаем в блюдо. Зажигалком зажигнем это все, чтобы было. Посмотрите, пропитается коньяком. Парится. Как индейцы играем там, они тоже лоси ловили. Да? Возьмем тарелку. Кусок мяса. Во. Все это, конечно, попробуем. Добавим чуть-чуть орегано. Горячие. Тряпку. Так. Кусок мяса второй. Кусок мяса третий.
сервируют, то это как модный повар, это как-то там фьюжн, да? Дикий фьюжн. Фасольчик, лук, перчик, капуста, брокколи. Совсем мало. Я люблю лук и фасоль. Еще один кусок мяса. Вернем на свое место. Черри помидорчики. Дала красоты. Так. Чуть-чуть кудрявой петрушки. Далеко, ребят мои, это от фьюжена, это настоящий гурманский обед. Тут перчик у нас есть. Свежая петрушкица. Вот, друзья, останавливайтесь на канале Охота и Рыбалка. Рецептуру обязательно запомните, а я пошел там заниматься этим вкуснятином. Спасибо, до свидания.